Вот многие уважают окуня горячего копчения. Понятное дело, сделать это проще, даже на берегу. А вот с холодным копчением надо повозиться. Но зато какая прелесть получается. Вот такой вот здоровенький окушок ждут мои друзья. А я пока тут дразню и снимаю их на маленьком окушке. Смотрите, какое мясо. Это окунь холодного копчения. Косточек нет. Вкуснотища. Вкуснее, чем даже мой любимый лещ. Вот у нас еще подлещик есть холодного копчения. Но окунь получился гораздо вкуснее. Так что пробуйте, экспериментируйте и делайте окуня холодным копчением. Всем добра!